Всем привет, меня зовут Дарья, я участвовала в марафоне Спартака. Я сейчас участвую в марафоне Спартака, и я буду участвовать в марафоне, пока не расстанусь со своими лишними килограммами, которых осталось не так уж много, потому что на лайте за период январь-февраль я сбросила 8 килограмм 300 грамм. Подумайте только, 8 килограмм 300 грамм для человека, который... как бы не очень любит спорт, любит очень много вкусняшек. Но благодаря инструментам, которые мне надавались в виде меню, тренировок, чата, контроля, советов, и благодаря вот этой структуре марафона, все было очень на лайте. Все было на лайте, и все получилось. Все получается сейчас. В мартовском марафоне все будет получаться. Летом будет стройная, красивая. Насчет остальных не знаю. Насчет тех, кто еще не с нами.